Федеральное агентство стратегических инициатив обнародовало рейтинг качества жизни в регионах страны. Ханты-Мансийский автономный округ вошел в пятерку лучших. Среди лидеров списка также оказались Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Мы решили узнать, согласны ли сами югорчане с результатами рейтинга. Да. Почему? Потому что здесь все есть, абсолютно все. И здравоохранение бесплатное. Бесплатное, это точно. И у школа, и школы, и кормят, и ну вообще и работа, и все, и для пенсионеров, и для молодых. Мне кажется, только не ленились бы сами. Отпуск большой, зарплаты хорошие, что еще надо? Детям вон хорошо. Ну, здесь социальная политика хорошая для молодых семей, как, так как мы являемся молодой семьей. В принципе, все привилегии. Изначально, когда сюда приехали на север, как бы хорошая программа была. Воспользовались как бы благополучно, и часть кредита, ну, часть ипотеки оплатила Югра по этой программе. Ну, как бы это один из примеров, что есть поддержка, есть... Чувствуется. Как у меня, например, на моем примере, стабильная зарплата, есть жилье, как говорится, садик, школы, когда были дети, это вообще проблем не было. Поэтому я считаю, что для этого, а что надо еще, чтобы вот вырастить детей, семью поднять. А на пенсии, ну не знаю, может, еще не на пенсии, поэтому не могу сказать, как тут живется те, которые ушли с работы уже. Тут, во-первых, очень хороший народ, мне нравится работать, мне это нравится, потому что у меня хороший коллектив, начальство. И мне очень нравится, я, можно сказать, начала свою жизнь чистого листа. Мне все тут нравится. А почему с чистого листа? Ну, потому что я же с Омска приехала сама. Омская. Вот. Мне что там, это работа-дом. А тут я вчера в цирк сходила, мне очень понравилось, сестру. Пришла довольна. В общем, мне все нравится. Тут все идеально. И народ, и экология, и природа. И интересно, что только иногда, видите, мошкара летом не очень, а так все.